Bubble Guys, Таджикистан. Для нас участие в этом конкурсе – это уже выход более повыше. Стараемся показать себя просто на все 100, даже 230. Вот. Ну и, конечно, не упасть лицом, показать достойно именно нашу страну. Да, то есть. Совмещение и современного, и национального. И вот, только можно сказать, на этом проекте мы его и сделали. Мы довольны, в принципе, тем, что сделали сейчас. Вот, надеюсь, это покорит судей. У них идей просто море. Море и еще и тележка. Вот, поэтому пожелаю им удачи. Они действительно достойный коллектив. Как настроение, ребят? Отлично. Давайте послушаем, что скажут наши жюри. Кумар, у них не может быть просто плохое настроение. Это такие ребята солнечные, позитивные, столько энергии. Ну вот, меня просто убила ваша фишечка в конце, просто кода ваша, тибетейки. Каждый город свой носит, свою историю. У вас такая шикарная пластика, у вас ритм. Вы прям так подготовились. Вы... Видно, что вы любите свою работу, и вы также... Наш день сделали позитивным. Ребята, вы молодцы. Супер, спасибо. Я бы хотел бы добавить. На самом деле, мне вообще так показалось, что это уже номер с гран-финала. Ребята, вы очень хорошо подготовились. Молодцы. Спасибо, ребят. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.